Салам, на связи Жан. Диванные воины могут сразу спускаться в комменты. Дальше будет интересно только тем, кто не боится митинговать и хочет делать это с толком. Часто вижу на митингах безучастные массы людей, которые просто слоняются вокруг. Сделал подборку, как не надо себя вести на митингах. Итак, мой маленький топ. Третье место. Типа иду мимо. Типа иду мимо накручивает круги вокруг места сбора, никак не выделяясь. Старается не мозолить копом глаза. Лучше бы плакаты потрудились нарисовать, тем самым подавая пример, кто хочет свергнуть пазарбаевский гнусный режим. Второе место. Крайний слева. Крайний слева мнутся в сторонке рядом с митингующими и молчат в тряпочку. Запомни, главное здесь мы. Они наша прислуга. Мы не на вечерний променад пришли, а с четкой целью отправить госчервей обратно в грязь. Не ссыте, мальчишки и девчонки. Ну и топчик. Первое место. Пара-па-пау. Опозданец. Опозданец или опозданка, и либо вообще опозданутые, это те, кто соизволил явиться позднее назначенного времени. Митинг – это твой вклад в будущее, а не тиндер свиданий. Поэтому важно организоваться вовремя, а не сходиться в течение дня. Если уж опоздал, врывайся ярко, залпом. Не забывайте, мы собрались ради протеста. Ну и традиционно пишите в комментах, зачем вы встаете с ваших диванов. Чем больше нас встанет, тем громче пизданется система. Мен білмей мертеңегі деп, әспен оларым бірдеңені өзгердеп, мен келдім өткенді. Роковое число для Назарбаева – это 32. Статья 32 Конституции Казахстана. Ты кто такой? Я Назарбаев. Давай до свидания. Она позволяет каждому из нас мирно выходить на митинги, демонстрации и шествия. Если каждый из нас воспользуется своим правом, то власть уйдет сама, без боя и баррикад. Упокоится с миром, так сказать. Я же не лох. Лох! Пидр! Я свое законное право знаю на протест, использую его по полной. Кстати говоря, 21 сентября – это Международный день мира. ООН так распространяет ценности мира. Да, представьте себе, в цивилизованных странах существуют ценности, а у нас только драгоценности на шее назарбаевской подружки, купленные на ворованные деньги у народа. Мне уже не терпится выйти 21 числа и напомнить всем, что единственная угроза миру в нашей стране – это старый пердун Назарбаев. Дедули, пора на дачу, к земле привыкать. У меня, у тебя, у нас есть выбор. Говорить, что думаю, либо молчать, как рыба. Ставь лайк, если не хочешь больше терпеть этот абсурд. Ебаш в колокол, если выйдешь в этот день митинговать. Пиши в комментах свои идеи для плакатов. Тогда до субботы. Может, еще увидимся в автозаке? Это был Жан. Отбой. У меня, у тебя, у нас есть выбор. Говорить, что думаю, либо молчать, как рыба. У меня, у тебя, у нас есть выбор.